А перед началом данного видеоролика хочу сказать, если мы за день набираем 400 лайков, то я разыграю 400 кристалликов на таком проекте, как Кристалликс. Поэтому ставь лайк и подписывайся на канал. А мы переходим к ролику. Всем подписчикам хай, остальным соболезную. И сегодня я хочу вам показать, что случится, если выкипать всю бедро-коробку на таком сервере, как Кристалликс. В общем, предыстория. Как мы вообще к этому всему шли? Сначала мы пригласили, конечно же, 16 арабов в пати и зашли на бедро-коробку. Всего на бедро-коробке 4 команды. Из этой каждой команды мы выбрали одного лидера. Кто кому будут скидывать все ресурсы, чтобы он первый купил себе золотую кирку. После покупки лидера золотой кирки, он копает блоки и передает их другим. Также все остальные люди у нас покупают золотую кирку. Но вдруг мы поняли, что золотой киркой на эффективность 2, копать блоки 3 на 3, это очень как-то долго. И мы решили сделать некоторую махинацию. Мы брали, крафтили печки, ставили их, переплавляли железные инструменты, такие как железная броня. Нагрудники и так далее и тому подобное. Из этого мы получали железные осколочки. Из 9 таких осколочков мы получали один железный слиток. Понимаете, к чему я веду? Да, мы сделали 3 железных блока и сделали себе наковальню. Но как вы думаете? У нас было в планах то, что мы будем объединять кирки. Из-за этого у нас будет они эффективность 3, эффективность 4, эффективность 5. И все мы это будем ковать намного быстрее. Но тут все продумано. Конечно же, наковальню нам не получилось сделать. Сервер просто не дал нам это сделать. Тем временем, пока одна половина копала, другая половина занималась тем, что добывала как раз-таки эти железные слиточки и железные блоки. Но ничего из этого не вышло. Из-за этого потеряли очень большое количество времени и так далее. Сначала мы начали копать просто по центру блоки. Но поняли, что еще кто-то вот накидал динамита. Вначале мы начали все это неправильно копать. И было принято решение то, что мы пойдем копать вверх. Мы накопались до самого верха и начали копать с него. Просто начали шотать слои 3 на 3 блоки. В принципе, это было все эффективно и красиво. Посмотрите на пару таких моментов. Целый час мы пытались выкопать эту коробку, но 16 игроков не хватило, потому что сначала один человек ливнул из нашей команды почти в начале игры, второй просто стоял в АФК, третий в половине игры. Поэтому нужно собирать очень надежную команду, чтобы этого добиться. А если вы хотите увидеть видеоролик, где мы скопаем реально полностью всю эту коробку, мы соберем 100 человек на нее и полностью ее сшотнем. Если вы хотите такой видеоролик, то ставь лайк, потому что мы старались и пытались сделать все очень и очень круто. Я надеюсь на твою поддержку, ставь лайк, подпишись на канал. Дальше будет еще интересней.